Андрей Талалаев, Реум Неплеханова. Как вам сегодняшняя игра? Хорошая боевая игра. Организованный соперник. Немного погода помешала, ветер в одну сторону дул, поэтому плюс у той команды, которая играла по ветру. Первый тайм играли мы, забили быстрый гол и получили в ответку. Потеряли концентрацию буквально на 5 минут и получили ответный гол. Но во втором тайме получилось забить гол и удержать этот результат. Жалко, что не забили еще 3-4 гол, хотя были возможности. Какие ощущения после первой победы в сезоне? Ну, для нас это была важная игра, начало сезона, нужно вкатываться с побед. Я думаю, мы продолжим тоже с победой вместе. Спасибо. Нет, все хорошо.